Самолет совершает аварийную посадку за пределами аэродрома. Экипаж, 2 человека не пострадали, но очень ждут помощи. Из-за сильного мороза и ураганного ветра пилоты могут замерзнуть. По легенде учений, погода нелетная, а потому прилететь за пострадавшими на воздушном судне временно невозможно. Спасатели спешат на помощь другим путем. Пострадавших отвозят в лес. Там разбивают лагерь, чтобы можно было пережить 1-3 дня, пока группу не эвакуируют по воздуху. В группе четкое разделение обязанностей. Кто-то разбивает палатку, кто-то разжигает костры. Огонь – это свет, тепло. Опять же, у нас из подручных средств можно натопить, сейчас будет воду, питье. То есть, и, соответственно, так как у нас условия зима, необходимо подготовить специальное место для этого. Ну, яма для того, чтобы убрать снег, так как он будет топиться, разумеется, при горении и будет тушить его. Плюс защита от ветра. Людей от ветра спасают деревья и кустарники. Еще лучше брезентовая палатка. Установить их нужно как можно быстрее, учитывая массу нюансов. Именно их спасатели и отрабатывают на таких учениях. Чтобы создать тепло в палатке, на снег укладывают лапник. Это обычные еловые ветки. Укладывают их погуще, чтобы создалась такая воздушная подушка, которая задерживает тепло. И тогда люди прямо в верхней одежде могут спать на этих ветках или лежать и не мерзнуть. Практические занятия по спасению и выживанию в экстремальных условиях спасатели Росавиации проводят 2 раза в год – летом и зимой. Разные погодные условия диктуют разный подход. Опытные сотрудники на таких занятиях оттачивают навыки выживания. Новички пробуют на практике то, что знали только в теории. Подготовленному человеку не составляет большого труда выжить в условиях. Но, опять же, повторюсь, подготовленным. Поэтому мы и проводим эти занятия для того, чтобы, если такая ситуация вдруг случится, чтобы наши спасатели были к этому готовы. В распоряжении спасателей есть вся необходимая техника. В случае катастрофы самарская группа может выехать и в соседние регионы. Уровень их ответственности распространяется в радиусе 280 километров от Самары. Марина Матвеевична, Константин Головин. События.